компактный пневматический пистолет производства компании Umarex, модель Walther PPS. Пистолет по внешнему виду копирует одноименный огнестрельный образец, и аббревиатура PPS расшифровывается как полицейский пистолет тонкий. Видим, что толщина пистолета действительно меньше, чем у многих других современных пистолетов. Рамка и рукоятка пистолета изготовлены из прочного пластика, имеет матовую поверхность черного цвета. Затвор у пистолета подвижный и изготовлен из металлического сплава. При отсутствии боеприпасов пистолет встает на затворную задержку и снимается нажатием на соответствующий рычаг. Перед спусковой скобой снизу ствола имеется планка, на которой можно закрепить фонарик или лазерный прицел. Пистолет обладает прицельными приспособлениями средних размеров, то есть относительно широкий прицел и таких же средних размеров мушка. Как на целике, так и на мушке имеются белые точки. Предохранитель располагается прямо на спусковом крючке. Он выполнен в виде сквозной кнопки. Например, если нажимаем на кнопку с левой стороны, если держим пистолет в правой руке, можно это сделать, например, большим пальцем. И пистолет становится на предохранитель. Курок, вернее, спусковой крючок блокируется и имеет лишь небольшой свободный ход. Для того, чтобы снять пистолет с предохранителя, нужно нажать на кнопку уже с правой стороны. Это можно сделать, например, указательным пальцем. Тогда пистолет у нас готов к стрельбе. При этом вокруг кнопки видим красный ободок, который сигнализирует, что пистолет на боевом взводе. Рычаг выброса магазина интегрирован в спусковую скобу. Он довольно длинный, двухсторонний, поэтому нажимать можно как левой, так и правой рукой, или большим пальцем, или указательным. Нажимаем, извлекаем магазин. Магазин металлический и имеет пластиковую пятку. Впереди пятки имеется выемка. Она, например, удобна при удержании пистолета. Спереди рукоятки имеются подпальцевые выемки, а в этот выступ пятки магазина опирается мизинец. Поэтому в руке пистолет лежит довольно комфортно. Магазин вмещает 18 стальных шариков. Для зарядки досылатель сдвигается вниз и фиксируется. Боеприпасы загружаются в отверстие сверху магазина. Оно сквозное, поэтому для загрузки с одной стороны закрывается пальцем и снаряжаются боеприпасы. После того, как загружаются шарики, досылатель снова снимает с фиксации, и магазин устанавливается в рукоятку пистолета. Баллончик устанавливается также в рукоятку пистолета. Система прокола очень оригинально выполнена. Сделано очень удобно. Скрытый подземной винт баллона. А для того, чтобы установить сам баллончик, нужно снять заднюю накладку на рукоять. Для этого немножко поджимаем вверх и снимаем накладку. Накладка одновременно является ключом для закрутки баллона, поскольку сверху имеет шестигранный ключ. А баллончик вставляется в открывшуюся полость. Сначала откручиваем, чтобы вместился баллон, и затем баллон прокалывается и поджимается.
После этого ключ-накладка устанавливается обратно и вставляется в магазин. Снимаем пистолет с предохранителя, и он готов к стрельбе. Модель оборудована функцией blowback, поэтому при стрельбе затвор откатывается назад и взводит курок для следующего выстрела. При этом также ощущается отдача. Поскольку ударно-спусковой механизм одинарного действия, то перед первым выстрелом взводим затвор.